В жизни, конечно, каждого человека много чего происходит. Сейчас я работаю менеджером, да, по продажам, полиграфии, реклама сувенирной продукции, там, всяких услуг, продвижения сайтов, например. А когда-то работал и грузчиком, и дворником, и всегда вот это, меня с детства романтически так заводил, возбуждал, что вот там человек прошел через одно, другое, там, занимался такелажными какими-то работами. Вот, потом там, как известно, Есенин работал в типографии Сытина, верстал, кранки. И вот я в свое время несколько месяцев проработал на теплотрассах. И следующая песня посвящается как раз этому, называется «Теплотрассники».